Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Многие из нас ждали, ждали, ждали и дождались. Большие даты вы сейчас проходите. Глубокие процессы, которые происходят сейчас с нами, двигают нас вперед к полному проявлению в свете. Сегодня вашему вниманию предлагаю тему. Сегодня портал 777. Активация световых тел. Метатрон, Сен-Жермен, все то, что вы любите. Сегодня портал 777. Красивый ряд магических чисел, символизирующие ангельское присутствие. И, кстати, эта волшебная энергия сегодня приходит через людей, которые в значительном меньшинстве. Но именно они ярко светят своим ангельским светом. Ангельские качества, проявленные в человеке, милосердие, щедрость, доброта, прощение, служение, вдохновение являются любовью и мудростью. Раскрытое сознание живет в кристаллических энергиях. Именно они и активируются в знаковое время. 07 плюс 07 плюс 2023 равняется 777, дата текущего дня. Не упусти свою возможность, уделите себе время и создайте пространство тишины для подключения к энергиям портала. Роза Дурман. Движение энергии и активация световых тел. Глубокая связь света была установлена в нашем мире. Она действует глобально изнутри и вокруг Земли. Энергии света на планете – это кристаллические энергии, и они связаны с космическими энергетическими полями, которые выведут общее поле света на более высокую частоту. Это важное движение происходит в том числе и в самих людях. Этот световой код подключен к той световой сети, и его визуализация помогает делать подключение. Смотрите и вдыхайте, принимая с доверием приходящие к вам энергии. Тело света многомерно по своей структуре, но оно не сразу, не мгновенно входит в плотные слои, а поэтапно с каждой порцией дыхания. Расширяя наши сердца и сознание, включив наши высшие многомерные световые тела, в нашу личность мы, наконец, преодолеваем негативные сети массового сознания и поля влияния тех, кто хочет управлять миром. Ваша задача – проявить заботу о себе, выходя из низших частотных полей. Появляются новые световые коды. Слов нет, просто вау! Эта чистота помогает вернуть человеческую ДНК в исходное состояние бытия. Эта чистота приносит трансформации и чудеса в вашу жизнь. Не надо больше мечтать о них, просто дышите и принимайте изменения внутри вас самих. Процесс восстановления ДНК сопровождается благотворными эффектами. Увеличением жизненной энергии, ясностью ума, осознанностью, пробуждением или активацией творчества, экстатическими состояниями, такими как глубокий внутренний покой. Эта энергия активизирует ваше воображение, намерение и интуицию, чтобы работать для достижения вашей высшей и лучшей цели. Почувствуйте эту светлую энергию очень осознанно. Сделайте глубокий вдох и почувствуйте солнце на своем лице.
это золотое центральное солнце с восходящими алмазными световыми кодами. Почувствуйте, как с помощью центрального солнца тяжесть и давление могут буквально сползти с ваших плеч. И вы можете просто попробовать выйти из вековой тени, просто двигаясь вперед, прямо проявляясь в свете. Добро пожаловать в новый мир, благословенная душа. Таким образом, вы вносите свой уникальный вклад, оставаясь полностью самим собой. В этом контексте это означает, что вы все более и более полностью осознаете свое бесконечное сознание и возможности. Вы делаете это, выравнивая себя со своей сущностью. Вы все больше осознаете спектр вашей уникальной энергии. Когда вы начинаете жить этой энергией и световым сознанием, ваш высший потенциал течет через вас. Благословение Сен-Жермена, благословение всем 77 портале. Маленькое дополнение. Дорогие друзья, ничего не придумывайте, это не сложно. Просто доверие. Если вам сложно, пригласите Элохим доверия и проницательности. И вместе с Элохимом доверия и проницательности впитывайте, вдыхайте, вживайте в себя эти новые частоты. Потому что впереди ждет очень серьезный экзамен 17 июля. Тему выложу. Но сегодня такая уникальная возможность, чтобы ни за что не переживать. Просто дышим осознанно, космическим дыханием.